Шалом, друзья! Сегодня 17 число месяца Нисан. И сегодня Алтеребе объясняет в Тании, что основой всей религии является то, что во время исполнения заповеди человек должен понимать, что Всевышний, Святой, Огромный и Бесконечный заповедовал всему миру исполнять заповеди. И среди всего огромного мира Он приблизил свой святой взор на тебя и смотрит, как ты выполняешь поставленную им задачу. Среди всего и всех Он идет рядом с тобой и наблюдает за каждым твоим шагом. И это должно быть основание всего служения каждого еврея. Выполнение заповеди не должно основываться лишь на личном удовольствии от процесса твоего воссоединения с Богом, а в первую очередь должно держаться на знании того, что сам Всевышний всегда рядом и как будто под микроскопом разглядывает тебя и твои действия. Поняв это, еврей должен осознать, какой чести он удостоился и как важно выполнять волю Творцу, как полагается. Хорошего дня, друзья, и до новых встреч! Момент мудрости. Моменты, меняющие нашу жизнь. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.